Мать – первый учитель для ребенка и близкий друг. На свете нет человека роднее и ближе мамы. Дорогие мамочки, бабушки, девочки, сегодня мы собрались здесь, чтобы показать вам, родители, свою глубокую признательность и любовь, уважение и великую благодарность. Самый добрый день на свете, самый-самый светлый час. Ваши внуки, ваши дети, мы хотим поздравить вас. 8 марта – день торжественный, день радости и красоты. Во всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы. С днем 8 марта! С праздником! С праздником Весенним! С радостью! С радостью Маменей! В этот светлый час! В небе солнышко прекрасно, птички весело поют, вам они желают радость. Если мама рядом, смотрит нежным взглядом. Мама, мамочка, мамуля, очень я тебя люблю. Ты красавица моя, на тебя похожа я. Если будешь спать спокойно, спальню я такой же стройный. Если только на обед, я не буду есть конфет. Прочитаю книжку и такой же стану умной. Языки все изучу, честно-честно не шучу. Научусь всему, я быстро стану мудрожей. Не действительно. Не страшно. Нет, не образование. Министр воспитания. Удивятся все и спросят, как такое стало взрослым? Или я была такой? Не была такой, а стала. Меня мама воспитала. Теперь я журналист и сахар. Так как добилась я успеха? Я отвечу гордо прямо. У меня пример есть мама. У меня есть статус вопроса. Я отвечу. Я знаю, что все дети любят своих бабушек. Когда каникулы, все спешат к ним. Когда у детей и внуков радости, бабушки радуются вместе с ними. Когда грустно, успокоят, утешат. Порой родители не знают о детях того, что знают они. А какие золотые руки у них, сколько они умеют делать. Уважение и признательность достойны бабушке за их любовь к внукам. Маму очень я люблю и привет горячий шлю, но не только я одной, но и бабушке родной. Бабушка на буквы, книжки разный дом, с ней играем в игры, погулять идем. Важные есть секреты, я живу на ушко, потому что бабушка лучшая подружка. Мы желаем маме нашей никогда не унывать. С каждым годом быть все краше и поменьше нас ругать. Пусть негоды и печали уйдут во стороной, чтобы каждый день недели был дорос, как выходной. Мы хотим, чтобы без причины. Вам дарили бы цветы. Вам дарили бы цветы. Пусть вам цветы.
Все от вашей красоты. Все от вашей красоты. Пусть вам солнце светит ярко-ярко, пусть щебечут птицы за окном. Чтоб не только день 8 марта, каждый день считался вашим днем. Девчонки и мальчишки, давайте вместе с нами спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме за песенки и сказки, за хлопоты и ласки, за вкусные ватрушки, за новые игрушки, за книжки и считалки, за лыжи и скакалки, за сладкое варенье, за долгое терпение. Спасибо!